Та-дам! Ё-моё! Поднять занавес, включить софиты, представление начинается. Я забыл про это дерьмо. Это та самая гигантская птица, о которой нам говорил этот червяк. Здорово. Тихо, тихо. Он меня съел. Чпоньк. Всем привет, дорогие друзья. С вами ваш Дакстер. И добро пожаловать в игрушку, которая называется My Friendly Neighborhood. Сегодня мы с вами начинаем играть в этот замечательный, наверное, хоррор. Игрушка в стиле Хаки-Ваги, Garten of Banbana. То есть, по сути, такая, знаешь, мультяшная хорорюшка с элементами каких-то загадок, квеста и так далее. В демо-версию этой игры мы с тобой также играли. Можешь загуглить название, плюс написать Дакстер. И я думаю, что в поисковом запросе тебе это все дело выдаст. И тогда, я помню, даже в каких-то моментах тупил. Очень жестко, причем надеюсь, что в этой уже релизнутой версии мы с тобой тупить не будем, будем там от всех убегать, прятаться, решать головоломки, проникаться, естественно, сюжетом. Я, если честно, опять же, хз, сколько эта игрушка по хронометражу, по хронометражу, соответственно, но не прям, что, знаешь, Гарри Поттер Хогвартс Легаси на 30 серий. Скорее всего, серии 4-5, возможно, она где-то выйдет, но не будем долго мусолить, нажимаем «Новая игра» и поехали. Нет, мне это не надо, это я просто тестил, типа, как что работает, не работает. К счастью, работает. 900 рублей она стоит в Стиме. Огромное спасибо механикам, Хатабу и прочим крутым ребятам. Гостья ток-шоу. Я кое-что увидела. Скорее, даже почувствовала. Это было до невозможного реально. Я словно заблудилась в этом темном туннеле. Такого в демке не было. А он все длился и длился до бесконечности. Мне казалось, я сейчас умру. И у нас переключился канал на чувака, который ест бургер. Он вылетел на соседнюю полосу и врезался в пассажирский микроавтобус, провоцировав масштабную аварию, в которой погибло много человек. Что касается прогноза погоды, к сожалению, завтрашней ночью на город обрушится очередной ливень с грозой. Ага. MFN. Интересно, корпорация какая-то. Меня переполняло кошмарное ощущение пустоты и ужаса, и я просто... Да мне плевать, с кем она там встречается, и вообще мы уже развелись, пусть встречается с кем угодно. Такие разносторонние просто телеканалы. С одной стороны, какая-то лирика, шоу. Эшли, а что вы делали, чтобы решить эту проблему? Пыталась не обращать внимания, хотела забыться, смотрела телевизор. И как? Помогло? Слегка притупила боль. Ля, нифига себе, у нас с тобой синематик начала такое, да? У нас запустилось электричество на вот этой вот непонятной какой-то мануфактуре фабрики, но при этом сломалась антенна. И, соответственно, заставочка My Friendly Neighborhood. Окей. Такс. Мы узнали с тобой небольшую такую предысторию всей этой штуки. И слышим звук мотора. Выбери сложность. Сложность для обычных игроков — это норма. Выживание, сложность для тех, кто привык к хоррорам на выживание, будет непросто. Так, ну опять же, судя по тому, что в демке я очень жестко тупил, там, где не нужно тупить, давай мы с тобой пройдем на норме, а там уж, если прям будет мега-супер-изи, возможно, переключимся на выживание, если будет такая возможность. Но сразу ставить на выживание и какие-то там изичные моменты проходить по 5 раз не особо горю желанием, поэтому норма. Так, последняя задача на сегодня. Что там у нас? Ага, заказ-наряд. Эксплуатационная компания «Шестеренка». Заказ-наряд. Клиент «Городская вещательная сеть». Объект Sunrise Street 123. Дата 8 июля 1993 год. Назначенный сотрудник Гордон Д. О'Брайен. Кстати, как раз-таки, по-моему, мы с тобой и в демке играли именно за Гордона. Что-то такое, какое-то знакомое имя. И, соответственно, описание самой проблемы. Прошлой ночью на неиспользуемой площадке самопроизвольно возобновилось вещание, которое перекрывает основную трансляцию сети. И, кстати, это было видно, там появились какие-то такие VHS-эффектики, как какие-то чуваки вот так вот флексили ручками. Вот, то есть какая чертовщина началась. Клиент просит отключить антенну на крыше центрального отеля, чтобы подобные инциденты впредь не повторялись. Подпись куратора Д. Дополнение. Сотрудник О'Брайен находится на испытательном сроке по причине несоблюдения стандартов компании при общении с клиентами. В случае неудовлетворительного исполнения данного наряда ряды трудовой договор с сотрудником будет разорван. Звездец. Берем, соответственно, эту штуку. Нажми Escape или RMB. Escape. О, здравствуйте. Так, мы с тобой сидим в тачке. Можем проверить. Нет.
Уезжать еще рано. Я ведь только приехал. Логично. Звучит максимально логично, когда выходим. Так, выйти из грузовика. Окей. Отключать антенну? Вечно под конец дня какая-то ерунда. Окей. И справа внизу мы с тобой видим, что у нас максимум, я так понимаю, здоровья. И здесь написано здоров. Отлично. Так, ну я захожу через центральный вход, естественно. Погнали. Тут есть лифт. Может, даже еще работает. Так, ну ничего себе тут у вас солидно. Смотри, столики, стучки, прям такой ресепшн. MFN, ring me. Можно будет позвонить, здравствуйте. Позвони в меня. Ладно. Ну, не в меня, а в мне. Да-да-да. Там кто-то спит? Или это просто звук открытия? Похоже даже на какой-то храп. Та-дам! Ё-моё! Поднять занавес! Включить софиты! Представление начинается! Добрый вечер. Меня прислали отключить антенну. Жемчужина телевидения возвращается. Глаза ребят загораются радостью. По всему детскому саду раздаются веселые крики. Куклы показывают кукол. Так, меня прислали отключить Я Рики, и я здесь, чтобы изменить телевидение. Вместе мы... Погоди-ка, ты сказал, что собираешься отключить антенну? Да. Ой, не надо, нет, не надо ничего отключать. Это может быть катастрофой. Ваши передачи перекрывают выпуск новостей. Новостей? Нет, уверяю тебя, все в порядке. Не надо ничего отключать. Знаешь что? Подожди здесь, а я... я тебе принесу... Фу! Гадость какая! Надо перевести дух. Он нам выблевал билетик? Ясно. Что это? Это может пропуск куда-то? Да, смотри, стейдж 4. Так, берем. Отлично. Что-то еще есть? Осмотреть. Это было... Special. Что-то с чем-то. Да, согласен. Так, это у нас фейдинговый автомат. Можно что-то ввести, нажать, осмотреть. Но коды я, к сожалению, не знаю. Либо сюда просто нужны жетоны. Да, окей. И в таком случае мы с тобой идем на лифт. Но лифт, кстати, какой-то жижа. Мне кажется, он не заработает. Это еще что такое? Клей, что ли? Не знаю, но если постараться, можно успеть проскочить. Но больше он, к сожалению, не открывается. Ладно. А, как бы очевидно, что не может все так по маслу идти. Соответственно, мы с тобой пытаемся находить какие-то новые пути и уже идем по лестнице. Тин-тин-тин. Конечно, это раскачивание камеры. Я не знаю, это хорошо или плохо, но... Возможно, тебя и меня скоро затошнит так же, как этого червячка. Что это такое? Проверить. Кажется, сюда можно что-то поместить. Ага, и тут у нас уже пошли какие-то подсказочки, да? Это самый первый квест, который нам нужно решить. This area is off limits. Это зона без лимитов, заперта с другой стороны. Печально. А здесь? Здесь нельзя, здесь нельзя. И что? У меня просто есть карточка от 4-го этажа, но мне как-то нужно туда попасть. Проверить. Кажется, сюда можно что-то поместить. Так, ну смотри, здесь слева 3 головы, справа 2. Что я туда должен помещать? Пока что хз. А мы, кстати, на улицу можем выйти? Я там, когда подходил к этому главному входу, я видел еще какие-то повороты справа, слева. Может, нам вначале нужно туда? Так, чувак, тебя больше не вызвать, да? Походу, да. Опять же, возможно, я поторопился, и нужно было изучить что-то другое. Хотя, с другой стороны, медальон. Медальон. Так, и что мне с ним делать? С другой стороны, извините меня, как бы мне позвонили. Я могу выйти. То есть, возможно, на улице реально что-то нужно залутать, и потом им там... Здорово. Эй, кто там? Я помню этого дурачка из демки. Он, кстати, злой. Он нас может на изи атаковать. Поэтому с ним нужно поосторожнее быть. Так, что я хотел сказать? То, что да, скорее всего, что-то нужно залутать здесь. И потом уже направляться туда. А вот, наверное, и ключ-карта, да?
конечно. Все, заходим. Здравствуйте. Мы с тобой заходим через черный вход. Не через парадную, а через черный вход. Ну, конечно. МФН. Здесь, я так понимаю, было место для собраний. Здесь сидел человечек и все, соответственно, конспектировал, записывал. Здравствуйте. Для тех людей, кто не смог прийти на само собрание. А все, начался хорорец. Так, и что ты хочешь? Не знаю, что он хочет, но мы идем за ним. Эй, есть тут кто-нибудь? А вот эту штукенцию я уже помню из демки. Вот сейчас, возможно, он начнет на нас бежать. Но фишка в том, что у меня в демке вроде как было оружие, а здесь у меня нету ни хрена. Поэтому пока что я его не буду триггерить. Я пока что просто хожу из двери в дверь. Пиздец они понастроили. Что за ерунда тут творится? Очень жалко, что субтитров нет того, что они здесь говорят. Я могу спрыгнуть, тут какой-то чувак, по-моему, нет? Здравствуйте. Вот эта штукенция является оружием в этой игре. Нет? Нет, но она очень похожа, кстати. Я тоже какими-то, помню, то ли скрепками, то ли чем-то таким пулялся в них. И таким образом выносил. Красный, тихо. Что это значит? Зеленый. Зеленый, иду. Окей. Да-да-да. Что он говорит там? А вот это, кстати, патроны. Вот эти вот штуки, они использовались в демке как патроны. И мне их всегда категорически не хватало. Я прям горел с этого. Так, звездец, мы с тобой попали в какую-то игру в кальмара. Что это такое? Дверь с треугольником заперта, а здесь открыта. Это гримерочка. Так, гримерочка, можно прочитать. А, сцена, главная улица. Дружелюбные соседи устроили уличный базар. Все выстроились у витрины антикварного магазинчика Леонарда и примеряют чудесные серьги. Появляется Перл, видит серьги и влезает в очередь, оттолкнув Лилиану. Начинается столпотворение. А, ну это сценарий, конечно, 16-го эпизода. Я и думаю, что-то прям похоже на какую-то постановочку. Стиви встает со скамейки. Перл, так поступать нехорошо. Перл застенчиво глядит на остальных, которые уставились на нее с неодобрением, и сжимается от стыда. Стиви, Перл, толкаться нельзя, даже если тебе что-то очень нужно. Дружелюбные люди прежде всего думают о других, ясно? Перл робко качает головой. Ну, может, так будет понятнее. Песня «Всегда думай о других». Позаботься о других, помощь предложи, и тогда счастливее станет наша жизнь. Замечательно. Что это такое? С помощью бодрящего напитка можно восполнить здоровье. Нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. Так я могу не только... Да, смотри. Я тоже, опять же, забыл, что здесь инвентарь выглядит подобным образом. У нас с тобой есть карточка, есть какая-то половина монеты, центы, чтобы купить в автомате что-то, и хилочка. Но вот эту штуку я также могу взять. Это патроны для моей пушки, которой у меня пока что нет. И это на самом деле не круто. Скотч. Скотч, кстати, для чего-то в этой игре тоже используется. Я уже не помню. Так, и мы с тобой выходим, соответственно, куда-то сюда. Возможно, это выход на улицу? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это он распевается. Он пытается вспомнить алфавит. И разговаривает сам с собой. Выглядит крипово, окей, заходим сюда. Обычно в подобных играх все двери должны быть заперты. И ты типа такой, знаешь, бегаешь, чтобы что-то открыть, что-то найти. А тут ты просто в каждую дверь заходишь практически, она открыта, ты уже дальше куда-то идешь. Это интересно. Так, разводной ключ мы с тобой берем. Нажмите left button, чтобы ударить разводным ключом. Окей. А, кстати, опять же, в демке left button'а не было. Я помню, был только пистолет. Так, а это что? Я могу это сломать, да? Нет, не могу. Я должен, наверное, попасть в мишень чем-то. Для того, чтобы эта штучка, лампочка загорелась, коробочка открылась. Если это вообще как-то связано и так работает. Заперто. Так, вопрос, а чем же мне пуляться-то? Это что? Это объективы? Это объективы для камеры или что это? Ля, очень сильно похоже на объективы, нифига себе. Ну, кстати, вполне возможно, да, здесь же всякие... Вот эти вот у них там камеры, пленки, у них тут шоу какое-то, телевизор. Ну... Окей, мы с тобой раздобыли разводной ключ. А, так изи, все, мы должны его, этого дурачка, огреть разводным ключом, и все будет хорошо. Давай поймем, есть ли тут стелс. Вот сейчас я под стелсом, нет. Так, а управление есть? Настройки, видео, камера, вот управление. А, стрельба, смотреть, закрыть меню, быстрый поворот, повернуть инвентарь, файлы, карта, оружие. То бишь, делаем вывод, что...
Здесь у нас стелса нет. Хорошо. В таком случае мы просто аккуратненько подходим сзади. И его по башке так хорошенько разводным ключом. До свидания. И все. Ёб твою... А ты что такой резкий-то? А ну не лезь! Ща я его... Да хорош! А чё он его не бьет-то? Бей! Вот, вот, вот! До свидания! Другое дело. Повалив врага, ты можешь его обмотать его изолентой. Посмотри на врага и нажми Е. А, вот для чего нужна изолента, точняк. Все, лежи, отдыхай. То есть эта игра максимально добрая, гуманная. Здесь мы монстров не убиваем, а просто как бы обезвреживаем. Обездвиживаем и все такое. Так, еще одна дурочка. Я схожу пока что сюда. Всего этого в демке точно не было. Это, кстати, да, ящик, который мы можем залутать. Так. Получается, что? Что? Взять, взять, все берем. Мы с тобой все берем. Центы берем. Ага, у нас есть какая-то карта. Карта 4 этажа. Complete, not complete. А где мы? Не знаю где, но карту возьмем. Конечно, пригодится. Нажми M, чтобы открыть карту. Нажми E, чтобы продолжить. M. Ага, наружная территория. Площадка, наружная территория. Мы с тобой находимся вот здесь. Мы помечаемся очень забавным стикером. И мы должны куда-то идти. Я пришел сюда просто лечить, сохранить... А, точняк, в этой игрушке у нас сохраняшки работают следующим образом. Вначале мы лечимся за 5 центов. Вас вылечили, сложность норма, здоровье здоров, хорошо. И теперь сохраняемся, соответственно. Сохранение здесь тоже платное, подожди. Там было написано 5 центов, в смысле? Ты угораешь, игра сохранена. Ну хорошо, сохранились, значит сохранились. Идем дальше. Эта штука вообще как-то помечается? Нет, это обычная комната. То есть, опять же, еще раз убеждаемся с тобой в том, что изучать здесь нужно буквально все. В каждую комнату заходить, все смотреть. Открыто, заходим. Если открыто, чтобы не зайти. Так, и здесь у нас еще одна комната. Карта и сама по себе локация в этой игре просто гигантская. Как здесь не заблудиться? Миша с топографическим кретинизмом, это очень хороший вопрос. Так, не понял сейчас. Мы ж там были, подожди. Что? Это как так? Stage Atrium. Мы с тобой здесь входили, в смысле, вы угораете? То есть мы сейчас с тобой долго шли. Так, ну этого чувака мы можем тоже огреть, смотри. Да хорош! Мне нужно понять, когда... Когда он меня хватает. Вот сейчас я этого до сих пор не понял. Да ха... Нет, невозможно, он меня сейчас грохнет. Чел, тебе нормально? Все, до свидания. А вот приклеить-то ничем я его и не могу. И я помню, что как только мы комнату с тобой сменим, то есть если я сейчас отсюда выйду, то он снова, по-моему, оживет. Но давай в таком случае вот эту комнату посмотрим, что он там охранял. До свидания. Такс, и... Ага, это у нас с тобой еще одна гримерочка. Ничего себе. Так, тут, кстати, нужно будет превьюшки еще мне поискать. Но, скорее всего, мы кого-то из этих чубзиков поставим на превьюшку. Ага. У нас идет кат-сцена. Вот тот самый бластер. Ну, конечно. Вот ты где. Постой, не уходи. В лобби уже дожидаются вкусняшки. Как мило. Слушай, что-то вообще происходит? Почему твои друзья куклы на меня нападают? Да неужели? Стыд-то какой. Кстати, как твое имя? Что? Имя? Кличка? Погремуха? Может, сценический псевдоним? Меня зовут Гордон. Гордон? Какое чудесное имя! Так бы и произносил его сутки напролет. Гордон! 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 Это оружие? Оно работает? О, так вот где я его оставил. Нет, отдай! О, я его уже везде обыскался. Нет, нет, не отпускай, но мне очень нужно. Ладно, если уж собираешься и дальше тут шастать, хотя бы следи в оба за Перл. Что это за Перл? Да птица же, здоровая такая. Запросто может все кости переломать. Так что ей под горячую руку не попадайся. То есть под... Что это было? И снова он на самом интересном месте куда-то свалил. Ладненько.
Все, берем с тобой патроны и начинаем жесткий-жесткий шутанчик. Вот, 0 из 30. Здравствуйте. Это Перл? Так, тихо. А, их несколько здесь. До свидания. Я в них пуляюсь какими-то штуками. Ты сдохнешь? Спасибо. Так, минус 2. Нормально. Мы в них буквами пуляемся. Вот тебе и азбука. Забавно. Так, теперь мы с тобой должны искать патроны, потому что у нас их уже 19. И они довольно быстро заканчиваются, как ты видишь. А, никого мы прикреплять, соответственно, не будем, потому что у нас нет изоленты. А отсюда мы тем временем валим. Так. Ну, хорошо, что этот дурачок пошел за нами. Соответственно, теперь здесь его нет. Может, тогда сюда? Нет. Заперто. Надо бы ключ найти. И, кстати, что это за символ? Какой символ? Кружочки? А, типа, у нас есть кружочки, у нас есть треугольники. Нужно понять, что это реально такое. И вот опять же, либо я зашел в какую-то волшебную дверь, которая меня телепортнула, и это типа особенная механика. Либо я просто как-то дал круг таким образом, что здесь... Почему я эту штуку не могу взять? А, таким образом, что все здесь нафиг переломалось. Точнее, просто так совпало. Бегу, 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 бегу. Отлично. Все, она не стригерилась, отлично. Возможно, это вообще здесь просто для отвлечения. И это никаким образом не связано, но вдруг... Так, это что? Это бумажка. Я очень хочу себе набрать патрон, дофигища. Я с патронами себя буду чувствовать реально комфортней. Потому что пока что, ну, как бы, они имеются. Надо было сохраниться. Лежит, дурачок, болтает. Так, давай вернемся. Да, давай вернемся и сохранимся, потому что теперь мы с тобой уже имеем пушку. А сохраняемся мы... А сохраняемся мы не здесь, подожди. А, мы сейчас с тобой должны мимо него пройти. Да, я вспомнил. И вот где-то здесь, по-моему, будет сохраняшка. Он еще и музыкальный, молодец. Так, это там что-то буянит. Где мы с тобой находимся? Мы находимся вот в этом коридоре. Лестница. Этаж 2, этаж 3, этаж 4. Хорошо, вот где-то здесь сохраняшка вроде как. Да. Отлично, я бы полечился, кстати. ХП у меня, к сожалению, немного. И опять же, нужно очень активно здесь лутать не только патроны, но еще и деньги, потому что коцают меня, конечно, знатно. Реально, чтобы сохраниться, нужно 5 монет. Вы что, угораете? Так-то дорого. Окей, выходим. Как думаешь, вжарить ли ей с нашей суперпушки или нет? Вот я сейчас выхожу. Я выхожу вот сюда. Почему я сюда выхожу? Но когда я выхожу обратно... А, нет, все, окей. Я сюда и выхожу. Все, это значит, у меня какие-то приколы. А, давай ее ключом. До свидания. Все, нормально. То есть у меня на самом деле дальность действия моего ключа намного больше, чем мне кажется. Поэтому лучше не подходить. Зачем я сюда пришел? Выходи. Так, опять же, наши... Я забыл про это дерьмо. Я сейчас испугался. Я забыл, что она снова сейчас встанет. Это нужно реально держать как бы в голове, потому что могут быть такие внезапные штуки. Вот. Так, это мы берем, отлично. И перезаряжаемся, перезаряжаемся. Хорошо, 26 и 3. Открыто. Какая наша цель? Тихо. Все, до меня дошло. Мы с тобой, когда подходим к двери и появляется надпись «Открыто», мы с тобой ее просто с другой стороны открываем, и теперь мы можем туда-сюда ходить. До этого... Я пошел. До этого эта дверь была заперта, и, соответственно, это, ну, типа, ни к чему хорошему не вело. Так, давай мы эту обезвредим. Только надо на зеленом, чтобы не тратить патроны. Ага. До свидания. Ну, все-таки поймала. Ну, ничего. До свидания. Все, отдыхай. А, приклеить не могу. А что она здесь вообще делала? Так, ну мы с тобой берем потрошки. В любом случае, заход эффективный. С другой стороны, мы могли его взять здесь.
Ну ладно. Я, опять же, не очень выкупаю смысл. У нас есть карта, у нас есть большая локация. И как и в демке, я понятия не имею, куда нам нужно идти. Complete, not complete. То есть мне сейчас нужно что? Вот треугольник. Заперто. Ну так заперто и заперто, в чем проблема? Я не против, что как бы там заперто. Мне туда нужно во что бы то ни стало попасть. Мне этот чувак выдал пушку. Сказал типа... Все, это теперь самый любимый мой вообще, знаешь, момент этой игры. Чувак лежит на чиле, музыкальное сопровождение нам оказывает. Нормально. Все здорово. Такс. Тут сохраняшка. Все, я уже потихоньку начинаю учить карту. Пятый раз мы с тобой сюда зашли. Может, мне нужно реально вот в эти красные двери идти? Или здесь что-то с другой стороны отпереть? Или выйти вообще отсюда? Здесь мы зашли. Что у нас тут? Угу. А тут у нас, соответственно, комната, где... Вот там вот была гримерочка. Здесь у нас заперто. А здесь? Здесь, по-моему, открыто. Да, здесь открыто. И мы с тобой с этой стороны выходим уже наверх. Прыгать я, к сожалению, здесь не могу. Либо это будет какой-то скилл, либо приспособление, я не знаю. Но меня на самом деле смущает то, что очень мало дают скотча. Либо я его просто не замечаю. Но монстров-то так-то дофига. А скотча нифига. Туда я возвращаться не буду, там эти два дурачка. Да и, скорее всего, мне не нужно, я там все изучил. Тут заперто с другой стороны, отлично. И что? Ну, то есть смотри, здесь все комнаты, они помечены разными символами. Есть зеленый треугольник, есть фиолетово-синий круг. Есть вот красный ромбик. Красный ромбик у нас открывает заход в какой-то public park. Публичный парк. И это, соответственно, 123. Сама гостиница. Ну, давай еще раз вернемся, я не знаю. Мне кажется, сюда прям рановато. Фишка в том, что вот этой локации в демке вообще не было. Я помню, как мы с тобой чисто бегали по вот этим всем закулисьям. И все. Здесь же у нас с тобой появляется одновременно какой-то парк. Вот этот вот отель. Двери которого лифт не работает, а двери откроются, скорее всего, только после того, как мы им тут что-то засунем, повернем, покрутим. Заперто с другой стороны. 123, 122. Тоже все заперто. Ну, так как на дверях написано 123, скорее всего, вот та дверь 123 с номером, она самая козырная. Может, там какой-нибудь президентский люкс, я не знаю. Но, конечно, странно то, что я вообще не врубаюсь, что нам нужно делать. И это действительно какое-то проклятие, которое еще идет с демки. Потому что, ну, если бы у всех... как бы вызывало непонимание, что здесь нужно делать. Скорее всего, у этой игрушки были бы отрицательные отзывы. Вот, но отзывы-то положительные. Офис. А я в офис могу зайти? Заперто. В офис зайти не могу, окей. А сюда? Охренеть, здесь локация гигантская, вы угораете? Люк. Люк, похожий на надгробие. Похоже, рычаг можно установить сюда. А, это место для рычага. Будем знать. То есть, как только мы добудем какой-то рычаг, мы с тобой его несем сюда, крутим, вертим, и эта штука, скорее всего, открывается. Ну, реально, знаешь, очень похоже и на Хаги-Ваги, и на Garden of Banbank, я сказал в самом начале летсплея, но особенность этой всей истории заключается в том, что в Garden of Banbank и в Хаги-Ваги там тебя как бы постепенно в локацию запускают, и ты... Нет такого, что у тебя, типа, открытый мир GTA 5, и одно задание находится там внизу карты, другое наверху, все это открыто, ты путаешься, не понимаешь, что делать, все двери у тебя открыты, куда хочешь, туда иди. А здесь это именно так и работает. Но, опять же, вот выбирая между 123-м этим отелем, офисом, парком и вот этой штукой, скорее всего, мы с тобой должны что-то мутить здесь. Все, что мы с тобой нашли за эту нашу первую серию, это по факту пушку и... И чувака связали. Давай вернемся сюда.
Не знаю. И вот, знаешь, опять же, точняк. Звездец. Хорошо. Открыть можем? Не можем. Но это, кстати, красный ром. Вот мы сейчас с тобой взяли от чего ключ? Синий ключ-круг. Синий ключ-круг от синей двери. Все, я очень надеюсь, что с этого момента у нас с тобой запустился вот этот вот мыслительный процесс. Логика здесь наконец-то появилась, и мы с тобой сейчас будем просто на изи открывать все двери подряд и проходить все дальше и дальше. Так, где дверь с кругом? Дверь с кругом я помню где. Раз, два. С двух выстрелов вообще нормально. Здесь? По-моему, да. Вот здесь, да? Звездец. Ты прикинь, какой профессионал. Да, все верно. Окей, теперь мы эту дверь можем открыть. Заходим и смотрим, что же здесь такое. Надеюсь, что просто склад с патронами. Максимальное количество. Ого! Наверное, это одна из старых съемочных площадок. Звездец здесь этих дурачков, вы угораете? Охренеть. Коин Лендри. Лендри это прачечная. Так, отстаньте, пожалуйста. Мне сейчас главное реально их не стригерить, потому что иначе 21 из 15 патрон мне их тупо не хватит. Но нужно ходить лутаться. Тихо. Короче, они все какие-то помешанные. Они себя очень адекватно ведут. Возможно, это забастовка режиссеров, актеров, которая сейчас в Голливуде идет. Так, здесь у нас какой-то лук. Кажется, коробку можно открыть, но крышка не поднимается. Ну, скорее всего, она поднимется, когда мы найдем еще один лук или что-то такое. Грибочек. То же самое. Так, аккуратно сейчас. Я бы мог их всех здесь повыносить. Здорово. Потрошечки, берем. А это ко мне сейчас побежит? Да. Он ко мне бежит. И я ему даже не могу ничего сделать. До свидания. Все, он свалился вниз. Отлично. Вот это, кстати, очень хорошо, что отсюда сверху мы можем их тупо выносить, и они будут падать вниз. Так, здесь какие-то декорации. Здесь декорации. Очень много комнат. М. Буквенный блок какой-то. Зачем он нужен? Потрошки. Это та самая гигантская птица, о которой нам говорил этот червяк. Ничего себе, она большая. Здравствуйте. Офигеть, а мне на нее патрон точно не хватит. Ага. Я зашел в какой-то шкаф. Такс. Здорово. Здесь у нас тоже какая-то... Какая-то декорация, но уже внутренняя. Если там внешняя, то здесь уже то, что происходит внутри. Интересно. Не, изучать что-то новое мне всегда очень нравится, это прям классно. Но проблема основная в том, что вот я сейчас прыгну туда и что? Там птица ходит. Вот она подо мной, здравствуйте. Может ее ключом отсюда огреть? Не получается. Нет, я, пожалуй... Вот так птичка. Я могу на нее спрыгнуть? Я могу, но не на нее. Фигово. До свидания. Хорош меня есть. Надоел. Раз... Два, три. Да! Я не успеваю! Опасность. Я понял. Очень много патронов нужно, чтобы его вынести. Это мне не нравится. Так, там у нас что? Там у нас еще потрошки, только я не понимаю, куда зайти. Зайти. Все, уже заговариваюсь, надо заканчивать серию. Уже и так с тобой много играем. Как туда зайти? Че с птицей это делать? Столько вопросов. Ага. Так, я стригернул чуваков. Это квадрат. Это квадрат, а квадрат-то у меня есть. У меня есть, точнее, буква М. Может, она как-то поможет? Так, чуваки, не надо. Я хороший. Что у нас здесь? Здесь у нас проход во двор. Как же много здесь всего есть. Это офигеть.
Реально, мне кажется, что играть в эту игру с конкретными целями было бы намного лучше. То есть ты бы также с кайфом изучал бы все эти локации, встречался бы с этими криповыми монстрами, местами они бы даже тебя пугали. С этой стороны нет ручки, то есть только проход в одну сторону, я понял. А, вот, но не было такого, что вот я типа бегаю, а цель какая? Что мне нужно делать? Собирать буквы, открывать эти грибочки непонятные или что? Мне до сих пор не дали ни единого скотча. Вот они так классно сейчас легли здесь. Чуваки, лежите, отдыхайте. Это что? Это три патрона. Но три патрона не сюда, а, возможно, какой-то дробовик. 100%. Потому что для пистолета у меня другие патрошки. Ну, и, собственно, как бы все. А, смотреть, подожди. Да ладно. То есть я ставлю вот так вот на лук. Здравствуйте. А где был грибочек? Я уже забыл. То есть у нас в пиццерии, запоминаем, есть часы, которые мы переключаем, и, скорее всего, реально открывается... Они сейчас здесь снова будут, да. И у нас открывается ящичек. Возможно, это так работает. Я просто уже забыл, где находится ящик с луком. Ну, вроде где-то здесь. В самом начале. Или я что-то путаю? Не, не здесь. Но этот дурачок тоже, по-моему, нам нужен. Давай его вынесем. Или он нам не нужен? Здорово. Тихо, тихо. Он меня съел. Три раза они могут нас атаковывать. И мы, соответственно, с тобой возрождаемся на контрольной точке. Офигеть. У нас ключ есть, у нас ключа нет. То есть мы с тобой сохранились в том моменте, где... Я просто всю эту хрень забуду к следующему выпуску. Кстати, здесь тоже есть кружочек. Кстати, здесь тоже есть кружочек. Давай мы сейчас быстренько тогда сделаем следующим образом. Мы... Так, нет, мне не сюда. Мне нужно на лестницу. Мне нужно на общую лестницу. Как раз таки вот сюда. До свидания. Какие-то выносятся с двух выстрелов, каким-то и пяти мало. Жесть. Все, мы с тобой спускаемся вниз. Это же здесь? Все, я нахрен запутался, где я? Мне нужна была лестница, почему я не здесь? Ой, я не люблю, когда очень много открытых мест... Которые похожи друг с другом, и ты должен вот это вот налево, направо. Ну, блин, поставь таблички, я не знаю, куда мне там поворачивать. Но суть как бы в том, что мы с тобой открыли все-таки новую локацию. Это вот эта гигантская съемочная площадка с большой птицей. Там у нас есть в пиццерии часы, наводя которые мы с тобой, скорее всего, открываем вот эти вот ящички. Этот наш друган ржет. Соответственно, сейчас мы с тобой что делаем? Мы возвращаемся в комнату с охраняшками, сохраняемся с ключом, и в следующей уже серии... Кстати, можем открыть сразу. Что вот это такое? Еще одна сохраняшка? Гримерка? А здесь мы не были. Так, давай смотреть. Куча всяких странных записок. Опять же, часы. Ну, еда, естественно. Куда же без нее. И здесь что-то еще. Feather hang. Wet pairs do not touch. Ну да, мокрые штаны нафиг трогать. Надо, чтобы они высохли. И потом, соответственно, носить. И сейчас мы с тобой просто сквозной проход какой-то открыли. А, нет! Это мы с тобой вышли наверх. И здесь какая-то кассета секрет. Разблокирован чит. Какой чит? Какой чит разблокирован? Я читы обожаю. Читы это замечательно. Так, хорошо. Скорее всего, значит, мы с тобой уже будем изучать, что за читы в следующей серии. А сейчас мы с тобой возвращаемся. Возвращаемся в комнату с сохраняшкой. Сохраняемся. Вот как понять здесь, где комната с охраняшкой? Собственно, вот такая вот у нас получилась первая серия по этой игрушечке. Написано было почему-то 20 минут, хотя мы с тобой играем уже целые все 50 даже. Ну, наверное, 40 где-то, я там что-то пообрезаю. Ну нет, 45, я думаю, в целом видос получился.
Вот, соответственно, вот такая вот первая серия. Игрушка цепляет своей неизвестностью, своей вот этой вот заинтересованностью в том, сколько здесь еще может быть всяких локаций, головоломок и так далее. Но пока что, я говорю, без каких-либо подсказок, только появляется этот червь раз в 20 минут. И что тут нужно бегать, делать, придумывать? Это, конечно, не сразу допирает, но я думаю, что, возможно, уже во второй серии мы с тобой в этом плане я именно реабилитируюсь. Особенно я, вот, но и ты также не забывай писать какие-нибудь комментарии с советами, с какими-то там лайфхаками, что мне делать, куда ходить, потому что здесь, в данной игрушке, мне твоя помощь очень даже не помешает. Вот, поэтому, если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх, также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов, и также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был Ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну чё тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.